что-то похоже на петуха. Да, это подарок. И вот это чудо мне подарил вот этот вот человек. Я буду это помнить, я обязательно повешу это куда-нибудь на видное место. Только сделайте картину, я не знаю, как я... Я все подарки от детей, все, кто мне что подарит, я стараюсь держать это на видных местах. То есть один мальчик мне подарил корабль большой, он у меня стоит. Ну, браслеты, которые мне дарят. Да, мы видели. Я их на руку всегда одеваю, на выступлениях, на соревнованиях. А вот такие вещи... Вы говорите, вещи, что они вам помогают. Помогают, конечно. Но я же чувствую, что если браслеты на руке, значит, те, кто смотрит это видео, они видят, ага, вот этот браслет я ему подарил в 2011-м. И начинают за меня еще больше переживать. А я в 2014-м подарил вот этот. Да. Вот. Ладно, кубик держи выше, чтобы видно было. Да, то не видно тебе. Давай попробуем с тобой из тюрьмы. Давай теперь из тюрьмы попробуем выйти. Сколько сошлось? Сколько дяди, сколько тети? Дядя. Где дядя? Ой, это тетя. Это тетя. Это тетя. Тетя. Это... Кто? Тетя. И это тетя. Что надо делать? Вот так. Теперь считаем. Дядя. Дядя. Ага. Дяди находятся тетя. Как? Тетя. Рядом друг с другом или напротив? Напротив. Напротив. Как держим кубик? Одной тетей. Одной тетей. Куда? Вперед, умничка. Что делаем с дядями? Сажаем их в тюрьму. А зачем перехватил? Дяди, сажай в тюрьму. Да-да-да, все правильно. Одного посадил, теперь второго сажай. Не-не-не, это ты тетю в тюрьму сажаешь, надо дяди в тюрьму сажать. Давай еще раз. Смотри. Вот видишь, вот это у тебя дядя, а где второй дядя? Вот. Значит, их обоих надо вот так. Теперь с тетями что делаем? И еще раз. Видишь, они поменялись местами. Теперь дяди. Вот. Теперь все четыре дяди. Правильно? Теперь верите, что я сделал. Теперь верим. Теперь верим. Сам придумал. Да. Ладно. Давай последний раз и переходим к четвертому этапу. Из тюрьмы надо поувереннее выходить. Можете собрать? Конечно. А на гамбит? Ой, а можете показать, какое он собрано состояние? А ты никогда не видел на гамбит собрано состояние? Ну, я только когда покупал. Правда, долго мучиться. Так, сначала главный центр. Да. Центр основа всего. Очень хороший гамбит. Хорошо крутится. Мне вот непонятно, почему центр не крутится, а как вот? Это специально так сделано? Центр не крутится? Почему центр не крутится? Вот крутится центр. Нет, именно вот так, как оно, вот, вот так, вот так. Смотри. А, конечно, конечно не будет крутиться. Как это же ему крутиться? Усложнение. Да, это усложнение, потому что смотри. Видишь, здесь один центр, под ним еще один центр, а под ним уже не один центр, а два. Они же не будут вдвоем параллельно крутиться, и белый, и желтый, правильно? А, поэтому... Понял почему? Да, потому что если они так будут крутиться, невозможно будет собрать. Конечно. Так, дядя. По интересам. И... Один дядя. Давай второго ищи.